Здравствуйте, рубрика «Вечернее интервью». Я Наталья Васильева и гость в студии Первого Балтийского канала, президент Латвии Андрис Берзинш. Здравствуйте, господин президент. Спасибо за визит в нашу студию. Приветствую вас в новом году. И давайте вот к ситуации в стране. Следующий вопрос у меня опять-таки об этой теме. Его задал Елисей Ман, наш телезритель. Мы написали на нашей странице в Фейсбуке, что вы будете у нас в студии. И вот он, скажем так, не только от себя, от многих своих друзей и знакомых задал следующий вопрос. По поводу новогодней речи. Вот шла агитация голосования за референдум. Ему и его друзьям показалось, что это больше настроило против голосования за госязык и больше негативно повлияло и создало еще больше раскол в обществе. Вот упоминание в новогодней речи этой темы референдума. Что мы ответить, действительно нужно ли было 31 и 1 января об этом говорить? Видите, не зря я выбрал этот 1 января, когда и после обеда, чтобы люди постепенно пришли к себе и стали думать вперед. И я там, язык был один, но не основной. Основное было все так, что нам надо идти вперед, надо больше думать, так как в мире проблем достаточно, но все-таки до сих пор мы свободны и все в наших руках. Это было, может быть, видите, мне это первое такое выступление, это тоже мне нервы немножко играет. И Вы волновались? Ну, конечно, это нормально, но впредь я буду лучше подготовлен, и чтобы люди поняли эту основу. Я хотел сказать, что мы идем вперед, все пока еще в наших руках, нет оснований волноваться, надо думать и вместе работать. Вот вы сказали, что вы волновались во время новогоднего обращения, а вы себе сами какую оценку поставите за это обращение? Ну, по пятибалльной, по десятибалльной системе, как вам удобно? Это самому себе трудно поставить, но то, что мне эта сторона учиться идти вперед, нет вопросов, я буду это делать, я это осознаю полностью, это не просто. Актеры учатся 5 лет в высшей школе, чтобы достичь уровень. Мне надо делать все, думать о всем. Ну, такие разнообразные темы идет и еще эту сторону укреплять. Но вы сами себе не готовы пока оценку поставить, хотя бы за новогодний врач. Я уверен, что мне там так много надо идти вперед, нет вопросов. Ясно.